индустриальное ускорение. Крупная индустрия движет современным миром. Новые технологии и стандарты делают компанию BI Group инновационно продвинутой. А дивизион промышленного строительства под руководством Октана Аманжолова динамичной и конкурентоспособной. В нашем коллективе работают настоящие профессионалы своего дела, которые могут выполнять работу на различных сложностях уровня объекта и в различных регионах нашей страны. Завод «Тулпартальго» – важный объект компании, построенный в Астане в рамках программы форсированного индустриально-инновационного развития. На сегодня завод единственный в СНГ, где применяются самые передовые подходы в строительстве вагонов. Строительство велось по новой технологии, качественно, по европейским стандартам, кратчайшее время. В этом году, 6 июля, первый состав с этого завода вышел, 17 вагонов. В дальнейшем, до конца года, с этого завода будет выходить уже состав с 35 вагонами. Объект построен очень качественно, очень быстро, по новейшим технологиям. Данный объект функционирует уже на протяжении года. Спортсмены, клиенты данного объекта очень довольны качеством. Здесь будет 4 борцовских зала, один зал будет тяжелой атлетики, один универсальный зал и один гимнастический зал. Это именно то, что на сегодняшний день Павлодаре не хватает. Объект интересный, сами видите, уникальный, как обычная стройка. Здесь много таких архитектурных элементов, которые не везде в городе обычно повторяются. За достижениями промышленного дивизиона компании BI Group колоссальный труд и профессионализм рабочих и специалистов. Их профессия и сегодня остается самой нужной и востребованной. BI Group. Меняющая реальность.